Российско-турецкий центр мониторинга по контролю за режимом прекращения огня в Нагорном Карабахе начнет работать в Агдамском районе 30 января. Об этом в пятницу сообщает РИА Новости со ссылкой на осведомленный источник. В центре будут работать 60 русских и 60 турецких военнослужащих. Мониторинг будет вестись в том числе с использованием беспилотных летательных аппаратов. В минувшие дни Минобороны России сообщило, что российские военнослужащие, которые войдут в состав центра, проходят подготовку для совместного выполнения задач по мониторингу режима прекращения огня и готовятся к отбытию на территорию Азербайджана. В ходе подготовки военнослужащие изучают структуру, предназначение, задачи и функции, порядок организации работы совместного центра, а также культуру, традиции и особенности страны, на территории которой предстоит выполнять задачи. Напомним, что в конце декабря прошлого года министр национальной обороны Турции Хулуси Акар заявил, что турецкая сторона направила 60 представителей военного персонала в Азербайджан в рамках реализации договоренностей по Нагорному Карабаху. Dağların ətirli çiçəklərinin təravətini özündə cəmləyən təbii arbalını sizə təklif edirik. Təbiətin insanlara bəxş etdiyi bu möcüzəvi məhsulu əldə etmək üçün ekranda gördüyünüz nömrə ilə əlaqə saxlamağınız kifayətdir.